Так, конечно, хотелось бы вам показать, что вот это есть здесь. Это фирма Arctic Cat. Почему бы я хотел вам это дело показать? Потому что это супер машина, которая заняла первое место. Но сегодня мы приехали сюда, в мир экстрима, для того, чтобы вам показать немножко другое направление. Сегодня здесь, сейчас продаются мотоциклы Kawasaki. И не только мотоциклы, кстати. И вот так мы приехали в мир экстрима. Для того, чтобы показать вам настоящего монстра. Этот монстр выиграл первую грязь. А куда приехали? На Галиуллина 1А. И чтобы понять, многие торгуют техникой типа для драйва, но здесь новой техники в разы больше. И здесь новая техника, а не техника БУ. И тот, кто ранее общался с БУ, поймет результат. Эта техника не ломается. И пока мы ждали самого крутого перца, он нам показал замечательный результат. Как вы поняли, на этом агрегате в первую грязь Мир Экстрима завоевал второе место, и это была Honda. Так что круче Мира Экстрима у нас-то и нету. Итак, вот он, Jeep Sprint, первая грязь за этот год, 2014 год, посмотрите. На каком квадроцикле вы заняли здесь первое место? На Артикете. А еще у вас есть и не только же этот? Естественно, у нас есть Honda, которая заняла второе место, но код, конечно, это бесспорный лидер, 1000 кубиков. Кто устоит. Но сегодня мы пришли снимать не первую грязь. Дело в том, что у вас есть кое-что другое. Конечно, у нас есть Kawasaki. И сейчас мы это посмотрим. А теперь, что касается Kawasaki. Ну, чтобы понятно было. Kawasaki — это исторически правильная японская марка. И дата начала производства на 30 лет раньше, чем наш металлургический гигант. Но вот только наш металлургический гигант работает в сфере металлургии. А Kawasaki — флагман японского производства. Он постоянно наращивает, производит практически все. И не только на Земле, но и в космосе. И не только для моря, но и для неба. И выпускает тепловозы и электропоезда. В общем, если брать все то, что производит Kawasaki, то наш металл — и это всего лишь 10% от его истории. Естественен вопрос, ну почему тот, кто привозил Kawasaki, не продвинул эту тему? Лень и глупость? Да, наверное. Но все, что стоит в фирменном салоне Мир Экстрима по Галиуллина 1А, это еще то, на чем вы можете погонять. Взять, к примеру, мегацикл Ninja, который на многие годы стал самым популярным мегациклом из Японии для всех ралли. Кстати, рекомендую купить. А то, вы знаете, к нам многие привозят, но немногие вникают в результат. Итак, вот они, Kawasaki. Что это такое? Это японский современный мотоцикл. Вот весь модельный ряд представлен у нас. Для начинающих, начиная от 300 кубиков, что-то посерьезнее, это 600 кубиков. Вот. Ну и любителям погонять по горам, такой класс эндурик тоже представлен. В принципе, любую технику можем привезти на заказ, являемся официальными дилерами. Ну вот ремонт, гарантия, все у нас, все проходит. А если я захочу чоппер, 41 год, как бы, ну, человек уже взрослый, хотелось бы на чопике прокатиться? Для тебя привезем чоппер и также в любой комплектации, любого цвета на выбор. Но вы же не только этим занимаетесь, потому что Kawasaki — это круто. А есть еще и CFMoto? Ну, CFMoto, да, мы уже занимаемся им не один год. Вот, все довольны, очень хорошее качество. Да тут понятно все. Единственное нормальное предприятие города — это Мир Экстрима на Галиуллина 1А. Но если у вас нет возможности погонять круто, то есть возможность погонять за меньшие деньги. И пожалуйста. Помните замечательный Минский? Так вот, есть и правильная цена. И вообще, чтобы не кататься на двиглах усосанных, за небольшую сумму купите себе цельный двигатель и цельный мотоцикл. И ездите на цельном транспорте, а не на тырчиках, коим от 10 до 20 годков. Я, конечно, помню то, но возраст-то уже другой. Здесь еще и супер-мега экипировка есть. Дело в чем, мне пока запретили ездить на них. Но когда я надел вот это дело на себя, я понял, что почему бы и нет. То есть все защищено, понимаете? И налокотники, и все, что нужно. Вот это называется черепашка-ниндзя. Ну, в смысле, Черейкин Алексей. А вот так вот он наделся здесь, в фирме Мир Экстрима. И в завершении супер-мега-покатушки. Тот же перец, вот только не на Восход 3М, а на Kawasaki. А если вы сможете встать на хвост так же, как он, тогда в Мир Экстрима на Галиуллина 1А.